побег. С сегодняшнего дня возобновлены поиски после того, как еще одна молодая женщина пропала без вести в округе Рэндольф. По словам местных властей, Кристи Уильямс, 28 лет, в последний раз видели у Гарма Бар и Гриль вечером прошлой пятницы. В связи с недавними исчезновениями нескольких женщин, сформировались местные группы по наблюдению за окрестностями, поскольку власти продолжают искать ответы. Доброе утро. Здорово. Прости, не хотел тебя напугать. Что ты здесь делаешь, Джерри? Но кофе тебе принес. Спасибо. О, на самом деле, это твой. Отменная доза кофеина. Спасибо. Хотел, но... Может, договоримся о втором свидании? Прости, хотела тебе написать. Я была так занята. Но прямо сейчас не лучшее время. Да, конечно, конечно. Здорово. Ты булочку забыла. Спасибо. Ты торопишься, да? Куда? На озеро. Ну, я тебе позвоню. Сейчас отличное время для рыбалки. Правда? Да. Круто. Я влюбился. Привет. Привет. Тамара, где ты, черт возьми, ты в пути? Бруки, ты меня убьешь. Мне еще 2 часа ехать. Начинайте пить без меня. Мы бы никогда так не сделали. Просто поторопись. Девчонки, люблю вас. И я тебя, и я. Пока. Вот черт. Блин. Конечно. Круто.
Черт. Помощь нужна, детка? Ну, у меня кончился бензин. Сможете мне помочь? А что мне за это будет? Да я шучу. Такой милашке невозможно отказать. Спасибо. 69? Простите? Или это 68-й? 66-го. Она клёва. Спасибо. Сейчас вернусь. Я, пожалуй, позвоню друзьям. Скажу, что встречусь с ними по дороге. Эй, Брук. Да, встречу с вами по дороге. Тут два парня, они помогут мне с бензином. Ребят, как вас зовут? Я Мёрф. Это мой брат Кип. Тут Мёрф и Кип. Так что, да, скоро увидимся. Пока. Что за Брук? Такая же милашка, как ты? Нервничаешь, да? Куда направляешься? Вообще-то на озеро Гантерсвилл. Это безумие. Да. Мёрф, мы же как раз собирались на озеро, верно? О, да. Мы с братом обожаем озеро. И всех красавиц там. Мы должны устроить вечеринку. Только ты и я. Что скажешь? Мои друзья меня ждут. Мне правда пора. Спасибо за бензин. Ну, если снова попадешь в переделку, я тебя найду. Ангелочек. Думала, вы меня подождете. Привет, привет! Долго же ты? Знаю. Вот, догоняй нас. Спасибо. Ребята по соседству хотели нас угостить, так что скоро вернусь. Ты только посмотри. Да, она невероятная. Кажется, я ее люблю. Если бы только парни знали, с кем она сегодня ночевала. Удачливая я сучка. Да, ты такая. Это ты предлагал мне выпить? О, все для тебя. Спасибо. Можно с вами? Да, конечно. Блин. Ты посмотри. Спасибо. Хорошая доска для серфинга. Да, классно. Умеешь серфить? Да. Это вейкборд? Да. Выпьем? Выпьем. Текила? Отлично. Да. А можно я возьму еще 3 для подруг? А может взять их и подняться наверх? О, ну я тут со своей девушкой. Так, что насчет выпивки?
Почему нет? Спасибо. Мне нравится твоя лодка. Классно. Сам взорвал. Держи. Спасибо, ого. Очень щедро с вашей стороны, спасибо. А это ты как возьмешь? У меня найдется местечко. Можешь подержать? Чёрт. О, да брось. Спасибо. Пока. Эй, а что ты вечером делаешь? Думаю, поедем в бар в городе. Тогда увидимся там. Ладно. Чёрт. Да! Текила. Выпьем, дамы. Выпьем. Выпьем. Давайте накуримся. Да! Нет! Да-да-да-да-да! Брось! Да, это все равно случится. Давай, идем. Который час? Блин, уже 8 часов. Девчонки, нам пора. Давай, выходи. Неплохо? Да. Да? Я б тебя трахнула. Может, еще успею. Детка. Ребята, давайте, нам пора. Что это было? Почему я? Ты больше всех. Ну, то есть выше. Просто иди. Давай, давай. Боже. Привет, девочки. Джерри, что ты здесь делаешь? Принес тебе это. Спасибо. Ребята, собирайтесь, мы пока поговорим. Боже, он помешан. Так странно. Джерри, я же сказала, у нас девичник. Я знаю, знаю, да. Я тебе несколько раз звонил, и я забеспокоился. Я просто хотел убедиться, что ты в порядке, честное слово. Спасибо. Да, здесь сигнала нет, я не видела твои звонки. Но я в порядке, не волнуйся. Но у нас планы на вечер. Отлично выглядишь. Танцевать пойдешь? Да. Спасибо. Всегда пожалуйста. Я тебе в воскресенье позвоню. Поставь их в воду. Ага. Пока. Офицер Джерри спешит на помощь. Правда? Ты ему уже отсосала? Я слышала, у него такой прибор.
Эй, полегче. Ну, серьезно, как ты думаешь, насколько он большой? Думаешь? Я думаю, Тамара не думает, а знает. У нас только одно свидание было. Раньше тебя это не останавливало. Так, нам нужно успеть к 9. Вы готовы? Нет. О, боже! Так собирайтесь! О, спасибо. Привет. Что для вас? 3 текилы, пожалуйста. Ну что, потанцуем? Мне надо пописать. Это очередь? Спасибо. Спасибо. Сколько мы должны? За счет заведения. Повеселитесь. Спасибо. Спасибо. Выпьем. Выпьем. Потанцуем? Да, выпью про порцию меди. О, ты отвратительная. Пойду поищу Мэдди, ладно? Ладно. Наконец-то. Эй, в очередь. Руки убери, я просто подружку ищу. Мэдди! Да? Секунду. Ладно. Хочешь бахнуть? Не скажешь, Брук? Нет, давай, можно. Я не скажу. Но всегда так делаешь. Только сначала засоситесь. Что? Нет, она встречается с моей подругой. Нет. Да брось, да серьезно. Ты просто поцелуй. Не говори. Да не скажу я. Ну ладно. Ну что, у меня на лице, да? Спасибо. Идем. О, мои друзья вернулись. Можешь идти. Пока. Пока. Желаете выпить? 3 лодки с лаймом.
Лайм закончился. Передай их вон тем трем дамам. Конечно. Это вам от всех джентльменов в углу бара. О, как мило. А от кого? Ну, два. Не знаю, куда они ушли, но пейте. Выпьем! Эй, вы не видели девчонку, с которой мы танцевали? Брук, она, наверное, просто кого-то встретила. Черт, их трое. У нас хороший улов, па. Давайте я буду это решать. Вот она. А, черт. Она была там. Но далеко она уйти не могла. Найдите ее.
Эй, милая. Лови ее! Срань господня. Разве она не милашка, па? В самый раз. Думаю, у тебя под этой оберткой спрятан подарок. Вперед, парни. Советую не шевелиться. Закрой рот. Да, пусть кричит. Никто ее не услышит. Ты только посмотри. Что будете делать? У Господа на тебя есть планы. Вам это с рук не сойдет. Да мы всегда так делаем. Думала, ты первая? Эй, па, разве это не мило? Она думала, что она наш первый ангелок. У нас семейные обязательства. Такие красавицы, как ты, просто так не уходят. Ты не уйдешь. Но у моей семьи тоже есть обязательства. Неужели? Да. Таких, как вы, мы проклинаем. Да ты ведьма. Пусть все силы ада сойдут на вас. Все, кого вы когда-то ловили, вернутся к вам. Увидите. О, я бы посмотрел. Что за черт? Да она конченая. Идем, ребят. Покончим с ней позднее. Грёбаные придурки. Эй, вы же не думаете, что это все взаправду, да? Она же нас не прокляла? Или типа того? И просто поплохела от твоего снадобья. Ты чего, боишься? Нет. Ты всегда был циклом, Кип. Да ты убежал оттуда быстрее меня. Сам цикло. Что ты сказал? Мёрв, сядь. Я не боюсь. Просто раньше я ведьм не встречал. Хочешь убедиться? Почему бы тебе не пойти не проведать ее? Сыкло. Пойду налью еще кофе, а потом поужинаем. Позвонить Джерри. Звонок Джерри. Черт. Джерри, это я. Меня схватили трое мужчин. Черт, нет.
Чем ты занимаешься, сексуальная ты шлюшка? Твоя попка на завтра за мной. А может и на сегодня. Кип! Черт возьми, Кип! Открой дверь! Открой чертову дверь! Проклятие. Какого черта ты творишь? Открой дверь! Да что с тобой не так? Что ты творишь? Ты о чем? Ты меня тут запер. Я этого не делал. Я одежду свою стирал. Тупой врун. Дай мне мои ключи. Сложите руки вместе. Господь, спасибо за этот день. И за то, что дал душу, которую мы можем спасти. Твой прекрасный ангелок скоро отправится домой. Спасибо за эту еду. И пусть она питает наши тела и придаст нам сил. Во имя Тебя мы молимся. Аминь. И Господь призовет мужа, чтобы контролировать этот дом. Он хочет.
Что мужу нужно взять? Что я говорил о своем личном времени? Что я вам говорил? Не беспокоить тебя после ужина. Так не допускайте больше такого. Или пожалеете. Вне брака, но на святом, супружеском ложе, где Иисус следит за тем, что происходит. Идите сюда! О, вот черт! Минуту назад этого здесь не было. Ты это сделал? Нет, па. Это проклятие. Не бывает никаких проклятий. Если бы ты умел копать ямы, этого бы не произошло. А теперь приберись тут. Ты слышал, па? Приберись. Я знал. Мы поймали ведьму. Проверь ее веревки. Все в порядке. Как ты это сделала? Сделала что? Не прикидывайся дурочкой. Кости. Не лги мне. Похоже, ей нужно узнать о покаянии, па. Что это, черт возьми? Не знаю. Идем-ка в дом. У нас прекрасное солнечное небо и немного облачно. Идеальная погода для этого времени года. По прогнозам, дождей не будет, что идеально для сегодняшнего фестиваля. Мы рады такой прекрасной погоде после стольких дождей этим летом. Сегодня довольно тепло. Меня схватили трое мужчин. Сегодня температура не будет сильно колебаться. В Эшборо будет 78 градусов по Фаренгейту. Привет, это Тамара. Вы знаете, что делать. И 80 втрое. Сегодняшний вечер должен быть Привет, идеальным. Привет, это Тамара. Вы знаете, что делать. Мы надеемся, что и в выходные погода будет отличной. Я не сделаю тебе больно. Я пришел поговорить. Если я уберу руку, не будешь кричать? Я вырос, зная, что Господь мой пастырь. Раньше я ведьм не встречал. Па и Мёрф заставляли меня кое-что делать. Но только так они могли быть спасены от своего зла. Кто? Те девушки, что мы отправили на небеса. Па говорит, если мы пожертвуем ими, они все могут быть спасены. Ты правда в это веришь? Па говорит, Библия учит нас жить правильно, пока мы здесь.
Мы должны дать им наше семя, чтобы они могли попасть на небеса. И тогда они смогут родить на небесах ангелочков. И тогда здесь будет больше хороших людей. Поняла? Но если ты ведьма, ты уже отдала душу сатане. У тебя не родятся ангелочки. Ты родишь дьяволят. И я не знаю, что делать. Кип, не надо больше мучить девушек. Не надо мучить меня. Бог хочет, чтобы ты был счастлив и относился к людям по-доброму. Он хочет, чтобы ты никого не убивал. Те девушки были просто девушками, не ангелами. Прошу, отпусти меня. Так ты не ведьма? Нет. Они отправят тебя на небеса. Отлично. Спасибо. Я знал, что ты ангел. Ты такая красивая. Кип, прошу, нет, нет! Кип, вернись! Кип! Блин. Па! Па, ты в порядке? Па? Она дьявол. Эта девчонка дьявол. Что это за хрень? Это наш ангел, па. Дьявол послал тех девушек, чтобы прикончить нас. Ты пришла в этот мир злой и никогда не менялась. Дьявол
поглотил тебя. Пришло время очистить твое тело и душу. Примешь ли ты Бога в сердце свое? Примешь ли ты Бога в сердце свое? Девчонка, в последний раз я пытаюсь тебя спасти. Примешь ли ты Бога в сердце свое? Ладно, ладно! Я принимаю Бога! Вот мой ангелок. Сожгите их. И выкопайте яму. Не могу. Что ты сказал? Она не ангел. Она не попадет на небеса. Ты бы предпочел оставить дьявола гулять среди нас по земле? Иди! Простите, мы закрыты. Помощник Уолкер. Я ищу трех девушек, что были тут вчера. Особенно эту. Да, я помню ее и ее подруг. Горячие штучки. Да, за ними тут все ползали. Какие-то парни им даже напитки заказали. Помните, как эти парни выглядели? Типичные мужланы. Бороды. У одного очки были. Может, лет 20. Не знаете, как их зовут или откуда они? Нет, простите. У вас тут камеры слежения. Можно записи с них посмотреть? Да, камеры есть, но, если честно, записей нет. Может, карты платили или типа того? Не, платили наличными. Ну что ж, тогда вот моя визитка. Если что-то вспомните или заметите, звоните. Да, конечно. Так и сделаю. Господи, спасибо за этот день. Я был слаб, а ты дал мне силы. Теперь я вижу, что такое вера. Папа всегда говорил, что во мне недостаточно веры. И сегодня я ее получил. Спасибо. Oh, for sin.
что ты делаешь? Кип, я не хочу тебя мучить. Ты не можешь меня мучить. Я спасен. Спасен? Но я думала, ты спасен только тогда, когда тебя принесут в жертву. Если ты ангел, разве не хочешь попасть на небеса? Я не ангел. Я слуга Господа. Знаешь, Кип, ангелы тоже слуги Господа. И если бы ты был ангелом, ты бы попал на небеса, верно? Но ты здесь, на земле. Поэтому ты работаешь на моего хозяина. Ты просто раб дьявола. Я не раб дьявола. Так докажи. Если ты не раб дьявола, принеси себя в жертву и стань ангелом. Смотри, ты уже яму себе выкопал. Давай, раб сатаны! Шевелись, раб сатаны! Я не раб сатаны! Ты похож именно на раба дьявола. Разве Бог тебе велел убить тех девушек? Он сказал «па». Только ангелы говорят с Богом. Думаю, все это время ты работал на сатану. Ты лжешь! С тобой случались плохие вещи? Может, ты их видел? Откуда ты знаешь? Дьявол внутри тебя, Кип. Твое имя записано в его книге. И пока ты здесь... Ты работаешь на него. Ты лжешь! Я не раб дьявола! Как волк в овечьей шкуре. Назад! Господь, пастырь мой, я буду служить ему вечно. Нет! Кип! Я ангел. Прости, Кип. Мёрф? Кип? Па? Па? Кип? Па? Па? Мёрф! Кип! Черт.
О, Кип. Я подвел тебя, малыш. Мне так жаль. Ну, это было легко. Ты чего так долго? Не спрашивай. Ну что, девчонки, пора? Идеально. Привет, мальчики. Кип был прав. Ты грёбаный сатана. Кто они такие, черт возьми? О, простите. Я такая грубая. Это Брук, а это Мэдди, мои подружки. Мёрф, ты их помнишь, верно? Нахуй пошла. Чёртова ведьма. А, снова ведьма. В этом есть смысл. Мы грёбаные волшебницы. Что собираешься делать? О, не волнуйся. Ничего такого, чтобы ты не сделал с нами.
Мы могли бы просто позвонить в полицию и облегчили бы себе этим жизнь. Но система правосудия — полная хрень. И что самое главное, так веселее. Предлагаю сделку. Вы попались нам, так же, как эти невинные девушки попадались вам. Ой, они смутились. Надо им помочь? Мы следили за вами. Мы знали о каждом вашем гребаном вздохе. Каково это — очнуться в незнакомом месте? Страшновато? Иди нахуй! Заткнись! Теперь вы наши сучки. И вы будете делать все, что мы скажем. Вы ведь этого хотите? Смотрите. Так и есть. Знаешь... Так жаль. Если бы ты не был таким больным мудаком, мы бы с тобой даже потрахались. К сожалению, тебе это больше не понадобится. Стой! Стой! Блядь! Как ты жалок. Ты правда подумал, что я потрачу пулю на эту хрень? Не. У нас для вас есть кое-что поинтереснее. Скажите им, девочки, мы поиграем с вами в игру. Называется 16 ангелов. Почему 16 ангелов, спросите вы? Потому что именно столько девушек вы запытали, изнасиловали и убили. Это очень простая игра. За каждого ангела, что вы убили, вы получаете 1 секунду форы. Если не сбежите, я вам мозги вышибу. Ясно? Тебе холодно? Я тебя убью, нахуй! Посмотрим. Давайте играть. 1 ангел, 2 ангела, 3 ангела, 4 ангела, 5 ангелов, 6 ангелов, 7 ангелов, 8 ангелов. 9 ангелов, 10 ангелов, 11 ангелов, 12 ангелов. Я не могу выбраться. Прости, малыш. Стой, стой, стой! Нет! Офицер Джонс, это помощник Уолкер. У меня тут стрельба. Трасса 49 к югу от Мейн-стрит. Я проверю. Подстрахуйте меня. And gone but not forgotten.
Звучит неплохо. Уверена, что это сработает. Ладно, я и скажу. Люблю тебя. Тоже скучаю. Пока. Брук велела тебе проверить почту. Пропала девушка. Девичник. Переведено и озвучено на студии Мелани. Побег.